преддверии Дня медицинского работника в стенах Дома культуры Лисаковска собрались те, кто выбрал эту сложную и ответственную профессию. В этот день в адрес врачей, медсестер и санитарок со сцены звучали только теплые пожелания и слова благодарности. Последние годы в отечественной медицине стали переломными и изменилось очень многое. Повысились заработные платы врачей и медперсонала. Были построены новые высокотехнологические центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник. Значительно выросла доступность высокотехнологической медицинской помощи. При этом мы понимаем, что ни один, даже самый современный прибор не может заменить вашего профессионализма и мастерства, чуткого и внимательного отношения к пациенту. И, конечно же, вашего стремления совершенствовать свои знания ради самой главной цели – избавлять людей от боли и недугов. В торжественной обстановке нагрудным знаком за вклад в развитие здравоохранения, за добросовестный труд был отмечен ведущий хирург Лисаковска Дмитрий Уваров. Помогать людям именно хирургия, потому что быть на острие, так сказать, медицины, это вообще и для мужчины, и для какого-то, может быть, самоутверждения, и в первую очередь, конечно, для помощи людям. Уже больше 20 лет я работаю. Коллектив дружный, вы это видите по сегодняшнему празднику. Нашу работу видят, замечают, и благодарят за эту работу. Это очень, конечно, приятно. Высокой награды, грамоты министра здравоохранения Республики Казахстан была удостоена детский невропатолог Жанар Бекмухамбетова. Почетной грамотой акима Кустанайской области в честь профессионального праздника отметили 4 работников сферы медицины города. Среди них и врач-эпидемиолог Виктория Попельнюхова. Это, наверное, была моя детская мечта. Я все-таки с детства хотела быть врачом, но я, наверное, не осознавала всей серьезности, всей ответственности. Но это была моя мечта, я ее исполнила. Я стала врачом, выбрала я уже данную специальность, именно врач-эпидемиолог, уже более в осознанном возрасте, потому что я понимала, в чем будет заключаться суть моей работы. Кому наступающего Дня медицинского работника разрешите мне поздравить всех коллег с профессиональным праздником и пожелать больших сил тела и духа для исполнения поставленных задач перед нами, нашим обществом и нашим государством. Здоровья нам и дальнейших успехов. И низкий вам поклон. Грамотами Лисаковской городской больницы были отмечены специалисты здравоохранения, которые уже много лет добросовестно выполняют свою работу. Присутствовали в этот день в зале и ветераны медицины города. Креативным образом, подарив юмористическое видео, их поздравили молодые специалисты, их преемники. Не обошлось и без выступлений творческих медработников, которые уже много лет активно принимают участие в городских концертах. Они также поздравили своих коллег, подарив вокальные номера. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск, при содействии телекомпании «Акцент».